Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, леди и джентльмены. Стартовый свисток прозвучал только что над ареной Ессентуки и очередной матч Национальной студенческой футбольной лиги. Вратарь, спокойно. Ну что, раз голкипер вступил в дело, давайте начнем с ростовчан. Голкипер Матвей Артеменко. Далее полевые игроки: Семен Трифонов, Сергей Стецура, Денис Ковалев, Арсений Козарок, Павел Умуриц, Дмитрий Серебряков, Матвей Смелянский, Олег Ковяков, Александр Гордеев, Илья Ефимов, Сергей Шуригин, Тигран Бабаян, Михаил Трубицын, Даниил Селезнев, Александр Карнаушенко. Много пространства. Кто быстрее? Нападающий быстрее. Бьет поворотом. В синей униформе оппонент лежит на газоне. Опасный момент. Удар головой мимо левого верхнего угла. И теперь отложенный штраф, что называется. Арбитр свисток и смотрит, все ли в порядке. Футболист. И оставался нападающий один на один с вратарем. Вот и сейчас, посмотрите в разрез, передача, корпус ставит, отодвигает, забивать можно, голкипер, хорош. Хорош по-настоящему голкипер, Матвей, он даже бороться за не стал, понимая, вторым темпом атака, можно попробовать прострелить. Было опасно, замкнуть дальнюю штангу некому. Какое открывание от Клима, хорошее, разорвали зону, есть предложение, точная передача нужна, сам бьет, забивает. Фейканул, пас на центр форварда и застал врасплох таким образом вратаря. Но провал в обороне катастрофический был у ростовчан, без сомнения. Открывание Клима было выше всяких похвал и, как говорится, со второй попытки он не прощает. В белой униформе это все вот приводит к вот таким моментам. Ой-ой-ой, обыгрывать можно и забивать. Ну и так тоже пойдет. Чистый гол, опять провал при попытке сделать положение вне игры. И вновь открывается просто феерически, я бы так сказал, Клим Климанов. Великолепный матч для Клима. Он просто потрясающе открывается и кладет один за одним. Хотя бы контроль. Неплохо. Дальний удар. Это капитан команды пробует свои силы. Какая непростая задача. Да и еще при том, что вот такое получается. Четверых обыграл. Но это уже немножко пижонство. Удар за такой очень размашистый и красиво. Передача и гол был. Ну, удар по воротам следует. Это уже следствие уверенности в собственной победе и легкого такого пижонства. Что ж, очередной сейв. И сразу, без малейшего добавленного времени, главный судья сегодняшней встречи Ислам Газиев дает финальный свисток.